этом конкурсе мы бы хотели поговорить о том, что близко каждому из вас. Наверняка каждый из вас знает о новом законе об авторских правах, из-за которого в социальных сетях невозможно найти любимую песню. И если так пойдет и дальше, то в скором будущем можно будет наблюдать вот такую картину в караоке. Здравствуйте! У вас хорошие караоке? Конечно, вот одни хиты, пожалуйста, выбирайте. Я почему-то ни одной песни не могу разобрать. А, знаете, пришлось переименовать, поэтому вот, пожалуйста. Ну вот это что за хит? Многодетная мать зовет по очереди своих детей домой. Валера, Валера, любовь, надежда и вера. Руки вверх прикалывается над русалкой. Ты подойди поближе. Песня про бога солнца? А аргументы любой девушки в любом споре? Зареветь, убежать. Во дворе издеваются над картавым мальчиком. Скажи ты мне, речка, скажи. Вы, конечно, извините, но с такими песнями к вам никто ходить не будет. А, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл Артурович. Вам как обычно? Да, поставьте, пожалуйста, песню, где Лепс спел дуэтом с козлом. С козлом? Даже лучше, что я тебя не люблю. В нашем мире существует стереотип о том, что русский человек, злоупотребляя алкоголем, начинает неадекватно себя вести. Сейчас мы покажем того, из-за кого мы себя так ведем. Ну что ж, друзья, давайте выпьем! Друзья, и в конце музыкального домашнего задания мы бы хотели поговорить о вечном. Ребят, извините, слушайте, а можно я спою о любви для Екатерины Стриженовой? Жень, ну желание понятно, а в чем аргумент? Какой аргумент? Единственная женщина в России, которая на протяжении 17 лет 5 часов утра выглядит хорошо. Ну, Жень, ну какая песня? У тебя же словарный запас маленький, двух слов связать не можешь. Ребят, ну я от чистой души. Ну, давай попробуем. Екатерина, не судись строго. Давай. Вы такая красивая, очень нормальная. Прям молодец. Когда ведете программу, так четко говорите. Вы такая внятная. Вы как банка краски в помещении, да. Я с вас балдею. У вас красивый глаз, очень красивый, да. Почти как второй. Вы самая красивоглазая. Вы лучшая, самая телеведущая после Маслякова. Я молю. Я молю, ты резких слов не говори. Словно Онегин пою своей Татьяне. Я словно феникс, весь сгораю от любви и растворяюсь.
Это из этой взял, но с буквами, которые... Я вас люблю, вы номер один после Маслякова. На самом деле, текст этой песни не я написал. Просто человек, который ее написал, постеснялся ее петь. Внимание на экран. Кать, люблю тебя. Александр, мы выполнили вашу просьбу. Теперь выполните, пожалуйста, нашу просьбу. Александр Васильевич, вы такой, вы крутой, вы молодец. Присмотритесь к ребятам, они молодцы. Ну и в конце. Александр Васильевич, вы ничего не подумайте, мы не намекаем, да. Все, кого мы обманываем? Намекаем, Александр Васильевич. Все серьезно, спасибо.